Все должно быть в рамках закона, настаивает прокуратура Волгоградской области и выступает против сноса самовольно построенных киосков без решения суда. Такая практика, согласно постановлению мэрии, действует сейчас в Волгограде. По мнению городских властей, рассмотрение вопросов о демонтаже незаконно возведенных строений – слишком длительный процесс. Прокуратура с такими методами не согласна и уже обратилась в арбитражный суд. Детали узнаем у Елены Лыковой. Самое большое скопление незаконных киосков на севере Волгограда, в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Всего их насчитали около 500, и где-то пятую часть уже снесли. Мэрия Волгограда наделила себя правом демонтировать такие объекты без решения суда. Для этого создаются районные комиссии. Они предупреждают коммерсантов, и в течение месяца тяжелая техника приезжает и увозит киоски. Мы имеем массу обращений горожан, которые возмущены тем, что вакханальная установка киосков, которая имеет место быть на сегодняшний день, она портит архитектуру города, внешний вид, захламляет его в конце концов. Плюс ко всему имеет место торговля неизвестно чем, предпринимателями, которые не платят ни налоги, не платят за аренду земли. Однако прокуратура Волгоградской области настаивает, снос киосков по решению городских властей недопустим. Надзорное ведомство обратилось в арбитражный суд. Сейчас там рассматривается вопрос об отмене соответствующего постановления мэрии. Мы полагаем, что данный нормативно-правовой акт нарушает права предпринимателей, а также принят при отсутствии к тому компетенции у городской администрации. Согласно Конституции, никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда. И право частной собственности гарантируется законом. В настоящий момент власти Волгограда готовятся убрать еще почти 200 незаконно установленных киосков. После их увезут на специальную стоянку. И владелец сможет забрать свой объект, если оплатит все издержки по сносу, а также штраф за нелегальную торговлю. Елена Лыкова, Анжелика Антипина, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».